стремительно изменяющемся мире традиционный образ жизни исчерпал свои возможности развития. Бурно развивающиеся Европа и Россия, колонизация Сибири и освоение северных территорий Цинской империи, раздел мира между крупными европейскими и азиатскими колониальными державами ставили казахов перед историческим выбором путей дальнейшего развития. И, по сути, речь шла не только о внешней безопасности народа, а о его будущем существовании в пестрой среде этносов континента. Хан Абулхаир, оказавшись к началу 30-х годов пред сложным выбором, обращает свои взоры к Российской империи, к российскому императору. 21 октября 1730 года во время встречи с чиновниками коллегии иностранных дел, руководители посольства Сид Кул Койдагулов и Катлумбет Коштаев устно объявили, что хан Абулхаир желает принять патронат России на таких же условиях, как и башкиры. То есть казахи обещают служить российской императрице, платить ясак в пользу государства и возвратить всех российских подданных, захваченных ими в плен в предыдущие годы. В то же время царское правительство должно будет взять на себя обязательство оберегать казахов от разного рода разорения со стороны других российских подданных, урегулировать их взаимоотношения с башкирами. Чем мотивировано было это обращение? Очень много в нашей литературе в свое время писали о джунгарском факторе, чтобы вот, значит, спасти от физического истребления, порабощения. Вот Абулхаир принимает, так сказать, это подданство. Но основным фактором при принятии этого протектората была не джунгарская опасность, а башкирская агрессия, башкирский фактор. Вот там в этом письме говорится: мы живем в несогласии с башкирцами, просим принять ярлык. Ярлык – это закон, там, решение о прекращении этих набегов. В действительности ни о каком подданстве речи не было. Ошибочное мнение о том, что главным фактором союза с Россией является джунгарская агрессия, к сожалению, бытует и сегодня, и даже в среде историков. Ни в одном из документов того периода, ни в письмах Абулхаира императрице, ни в протоколе встречи его с Тевкелевым, ни в других документах джунгары даже не упоминаются. Кроме того, победа над ними доказала, что вопрос с внешней агрессией может быть решен казахами самостоятельно. Тяжело, ценой многочисленных жертв, но может быть решен. Поэтому основные причины обращения к России – внутриполитическое, экономическое и геополитическое. Первое заключалось в слабой центральной власти, отсутствии у старшего хана казахов рычагов управления другими ханами и султанами. Экономическая причина – это отсутствие доступа к пастбищам в пойме плодородных рек, что для кочевника имело критическое значение. И, наконец, геополитическая причина состояла в возрастающих внешних угрозах. На юге и востоке Великой степи опасность представляла Джунгария. На юго-западе – разрастающаяся держава персидского шаха Надира, а на севере – народы, находящиеся в российском подданстве. И вот в такой непростой ситуации в мае 1730 года состоялся курултай младшего жуза казахского ханства. Было принято решение отправить специальное посольство к российской императрице с тем, чтобы заключить мирный договор с Россией, чтобы Россия разрешила кочевать по берегам реки Яик и Товала, прекратить набеги башкирцев и тому подобное. Нарушение этого соглашения Абулхаир пишет письмо и пишет не о мире, а о предоставлении патроната. Почему он пошел на этот шаг? Почему он не предложил именно мир, как настаивали старшины, и как, в общем-то, вроде бы договорились на этом курултае? И вот Абулхаир, отправляя такое письмо, ждет той ответа со стороны Петербурга, который как бы должен разрешить этот вопрос. И в октябре 1730 года прибывает в казахские степи к
Котельня-младшего ЖУЗа миссия во главе с опытным дипломатом, переводчиком коллегии иностранных дел Мурзой Тевкелевым. 10 октября 1731 года элита младшего ЖУЗа, выслушав речь Тевкелева о цели его визита, была разгневана. В их представлении русский дипломат был прислан с разведывательными целями перед военным походом. И очень озлобленно, яростно на собрании говорили, для чего вы приехали. Тогда Ванхайрову пришлось вмешаться в этот разговор. Он не стал прятаться от старшин, он не стал говорить о сложном вот этом международном положении казахов и о других вещах. Он высказывает ту главную идею, которую, так сказать, он обосновывал уже в последующие годы в своих письменных документах. Я имею в виду прежде всего его послание, как российской императрице, так другим. Это прежде всего идею единовластия. Однако новость о том, что хан Абулхаир вместо обращения о заключении мира самовольно стал просить о предоставлении покровительства российской короны, возмутила большинство. Тогда казахские старшины напомнили ему: мы же просили вас заключить мирный договор с Россией, а не заключение о подданстве. Вы заслуживаете смерти хану. Но Абулхаир, опытный воин, не стал скрывать своих намерений. Он прямо заявил о своих амбициях. Я только хан, только имя ношу ханское, но настоящей власти над подданными не имею. И лучше от вас буду убит, чем буду продолжать такое позорное правление. Проникновенная, честная и открытая речь хана Абулхаира впечатлила собравшихся. Ситуация была накалена до предела. Он говорит, Российская империя – это непоколебимый столб. А вот те правления – это что ветер. То есть как бы любое сильное движение смести эти, может быть, государства. То есть как бы принимать протекторат, покровительство тех государств, которые могут быть обречены, так сказать, в истории. Нет смысла. И ему, как человеку, представляющего прекрасно вот эти вот разные системы управления по опыту и среднеазиатских ханств, и России, было совершенно очевидно, что такая степная система управления неэффективна в новых условиях. И, конечно, он преследовал личные мотивы. То есть он был как человек наиболее авторитетный в степи, естественно, в качестве вот такого сильного, единовластного правителя он себя видел в первую очередь. Споры могли продолжаться бесконечно. Эмоции кочевников можно понять. Но ситуацию разрядил опытный дипломат Тевкелев. России заключать договор с вами нет смысла, потому что от вас нет никакой опасности для России, для нашего государства. А вот мы можем организовать такие события, которые могут быть очень опасны для казахов. Во-первых, это уральские казаки, во-вторых, башкири, в-третьих, калмыки, в-четвертых, сибирские города. Они могут разорить казахскую степь. По словам историка, после монолога Тевкелева 27 старшин подписывают присягу на верность российской короне. Подписал Абулхаир, его окружение это Букинбай Батыр, Исид Батыр, его брат Кудай Назар. Вот в своем дневнике Тевкелев отмечает, большая часть казахских старшин не подписали, отмечают здесь, большая часть. Значит, они противные, то есть противники. Таким образом, вот, даже по ходу принятия подданства получается, что никакого добровольного характера подданства здесь не было. Я хотела бы уточнить, что и в журнале, и в других документах четко фиксируется, что круг участников этого курултая ограничивался султанами и старшинами исключительно младшим ЖУЗом. Все другие возвращаются в казахские кочевья, многие роды,
крупные и таких правителей только в конце 1732 года. Поэтому это часто заблуждение, когда говорят, что Абу-Хаир будто бы спорил, так сказать, с другими султанами, в том числе со своим будущим врагом Бараком, в то время как ни в каких спорах ни Барак, так сказать, ни Абулмамбет, ни Аблай в это время не участвовали абсолютно. Участвовали только старшины и султаны младшего жуза. В советской историографии документ, подписанный старшинами и султанами и переданный в канцелярию Ее Императорского Величества, трактовался как прошение о подданстве. Текст о предоставлении покровительства был переведен в рамках российской мировоззренческой традиции того времени и опубликован в официальном историческом сборнике Казахстана в 60-х годах 20 века. Однако в оригинале текста речь идет именно о протекторате или покровительстве, но не об административном подчинении. В этом тексте нет и слова о подданстве. Говорится только о покровительстве, то есть о протекторате. Документ мог быть переведен в угоду царизму, его аннексионистским планам. Хан Абу-Хаир четко понимал, что в сложившейся сложной политической обстановке необходима была поддержка сильного союзника. Союз с ханами Центральной Азии, джунгарами, калмыками или башкирами был непрочен и зависел от многих факторов. Ему же нужны были гарантии долгосрочные и надежные. Такие гарантии его планам могла дать только Россия. Об этом он хорошо знал, потому как владел информацией о положении дел в российском государстве. Только централизованная власть и гарантии безопасности могли быть залогом долгосрочного экономического и социального развития казахского ханства. Вот в этих изменившихся особенно условиях должен быть казахами управлять только один хан, что династия должна быть строго, так сказать, только по одной линии, что этот хан должен иметь реальные ресурсы, он должен иметь, так сказать, стационарные, укрепленные пункты внутри степи, чтобы быстро реагировать на какие-то события и прочее. Абу-Хаир выбирал или молот, или наковальню, находясь, когда наш народ находился как раз посередине между Китаем и Россией. И он смотрел далеко вперед. Если бы мы тогда ушли под Китай, мы бы растворились, казахи растворились бы в этом большом желудке. Вот. И после желудка во что превращается вот этот материал? Известно что. Здесь нужно отметить, что попытки установить контакты с Российской империей и заручиться ее поддержкой предпринимались и до хана Абу-Хаира. Заручиться поддержкой северного соседа пробовали еще хан Тауке и хан Каиб. Тауке уже об этом подумал, вы знаете. Это тоже написано. Он тоже собирался. Ну вот он скончался накануне этих шагов. То, что не сделал Тауке, сделал в пределах своей, так сказать, выражаясь современно, компетенции, в пределах малого жуза Абу-Хаир. Он был еще очень смелый человек, потому что вы знаете, какое огромное сопротивление в малом жузе, не где-нибудь, встретила его инициатива. Но Абу-Хаир хан был реалистом и пошел против течения. Это удел только мужественных и дальновидных людей. И о его переживаниях за судьбу своего народа он писал образно и с присущим его речам изяществом. Вы все знаете, как павлин всеми перьями и хвостом, а особенно на голове хохлом, перед всеми животными украшен. Но когда взглянет на ноги, то ему сесть надобно на землю. Так и я, как оглянусь на мой народ, то мы никуда не годимся. Абу-Хаир хан, август 1739 год. Беседа с начальником Оренбургской комиссии. Абу-Хаир принимает единоличное решение. Он прекрасно понимает, что ни о каких равноправных отношениях с северным соседом не может быть и речи.
Ущемлять права своих подданных башкир или калмыков российская корона в угоду казахам не будет. Требовать мира бессмысленно, потому как империя не находится в состоянии войны с казахами. Да и в самой стране белого царя неспокойно. Восстание башкир, дворцовые интриги. Какое им дело до того, что происходит в степи? Он прекрасно понимал, что нужно предложить что-то то, что правительство российское может заинтересовать. Поэтому он предложил форму патроната, то есть ту форму, которая была характерна для взаимоотношений российского центрального правительства с калмыками и башкирами. Они тоже писались, так сказать, на бумаге подданными, а фактически находились в этот период под патронатом. И стали реальными подданными только во второй половине XVIII века. Возможно, в этом и заключалось заблуждение хана Абулхаира. Его понимание патроната проецировалось из того, что он видел, будучи у калмыцкого хана Аюки, который под российской короной вел практически самостоятельную внешнюю политику, имел при своем дворе посольства разных государств и ханств и имел абсолютную свободу действий. Но предвидеть то, с чем придется столкнуться в реальности, Абулхаир, конечно, не мог. Здесь речь идет о покровительстве, или, как в XVIII веке это называлось, протекцией. Поэтому говорить о том, что Абулхаир просил именно того, чтобы передать казахов в подчинение российского престола с утратой какой-то независимости, для того, чтобы утратить вообще, так сказать, и стать, превратиться в какую-то слугу императрицы, об этом даже речи не стояло. Вся официальная переписка того времени у казахов велась на чагатайском языке. Поэтому нужно иметь в виду, что при переводе на русский язык допускалось много смысловых неточностей. Слово «подданство» ни в одном из писем казахских ханов, я имею в виду в его тюркском варианте, никогда не упоминается. Я говорю, слово «химаят» только встречается. И впервые это слово было упомянуто в грамоте императрицы Анны Иоанновны Абулхаиру, их старшинам, в 1731 году, а потом в тех грамотах, которые она присылала другим ханам. И с тех пор казахи начинают в своей дипломатической переписке с российскими властями упоминать это слово «подданство» на чагатайском тюрки. По аналогии тех грамот, не очень, так сказать, включаясь в этот контекст. Это обусловлено различиями культур степи и российской монархии. Эти два мира только начали обретать цивилизованные отношения. А потому еще не было однозначного понимания того или иного термина. Понятие подданства у казахов существенно отличалось от европейского. По восточной дипломатии можно было просить быть под протекцией. Он же и пишет, быть под протекцией вашего превосходительства и тому подобное. Но Россия это не приняла, считала это документом вечным, который не может быть разорван. Уже с середины XVIII века в Российской империи сформировались четыре основных признака подданства. Прежде всего, это уплата налогов в государственную казну. Затем обязательная служба в той или иной форме государству. Третий признак – это наличие административно-территориального деления. И, наконец, четвертый фактор – это наличие четко структурированной системы управления. Что при этом понимала русская элита? Подданство. В европейском и русском смысле этого слова. Он же просит о подданстве. Значит, ты являешься, дорогой, как государь, частью нашего государства. Мы тебе твое ханское звание сохраняем. Своим народом ты будешь править сам, но во всем остальном ты наш подданный. То есть воинская сила, ясак, как в сибирских ханах, да, и исполнение высочайших повелений, потому что над собой Ак-Паша. Такого рода подданство имели в то время башкиры и калмыки. Казахам же такие понятия были малоизвестны, и толковали они их по-своему.
как мыслил любой среднеазиатский владетель, в том числе и Абульхаир. Он говорит: «Сад, мы твои подданные, мы тебя уважаем, мы тебе посольство подарки даем, никакого ясака, никакого участия в твоих войнах, если только добровольно захотим, но без всего. Ты в наши внутренние дела вообще не лезь и даже не думай что-нибудь нам приказывать по этой части». Вот ведь позиция. Это совершенно нормальная позиция. Это не то, что Абульхаир сам изобрел такую. Она существовала в Центральной Азии много веков, если не тысячелетий. И, конечно, степные правители, и Абульхаир, и его последователи, никто не мог представлять, в какую форму подданства выльется их взаимоотношения с российским престолом. Но даже при наличии клятвенных заверений в верности башкир и калмыков, которых корона использовала как буфер сохранности своих южных границ, Россия все время была под ударом от набегов с юга. При Алексее Михайловиче, вот мы говорим, мирный царь, тишайший царь, все прочее, он держал дворянскую латную конницу, ополчение, круглый год, там посменно, наготове на южной границе. Нигде в Европе такого не было. И все время строили засеки. Этих самых укрепленных линий больше десятка было построено. Представляете, что такое на сотни, тысячи километров строить укрепленные линии и ставить вот эти такие небольшие крепости, вроде Белгородской, описанную Александром Сергеевичем в известном романе. Россия, став империей уже и распространив свое влияние на обширное геополитическое пространство, когда-то имела уже развитые финансовые ресурсы, наконец, столько народов в подчинении. И поэтому царские чиновники, конечно, не могли допустить никакого другого типа отношений с соседними народами, которые не обладали такими ресурсами, кроме как вертикального, кроме как подчинения. В любой европейской монархии XVIII века, а тем более в таком абсолютистском государстве, как Россия, ни один государь не мог даже мысли допустить о том, что его подданные могут иметь какие-то другие права, кроме тех, которые жаловал им их сюзерен. Внешняя политика, ведение дипломатических отношений или войн с соседями, пожалование земель, монархических и почетных титулов являлось исключительно прерогативой монарха. А его подданные обязаны были строго подчиняться верховной власти и не имели права восставать против воли сюзерена и разрывать свои отношения с ним. Примерно с 50-х годов 18-го столетия Россия начинает проявлять уже перманентный интерес к ханствам Центральной Азии. Он начался формироваться еще при Петре I, который уже тогда понимал политические и экономические выгоды данного направления. Соревнование с Европой за обладание богатством азиатских стран становилось мощным стимулом для России. Соответственно, для управления процессами в этом регионе России нужна была жесткая и легитимная власть. Формирование империи продолжалось.